ребята, те немногочисленные ребята, которые следят за моим блогом. Пока я делаю как-то более или менее сейчас какие-то видео, я, блядь, жутко заебанный, я жутко устаю. Вот, решил поснимать. Я опять завел рыбок. Поэтому снимаю вам что-нибудь позитивное. Несколько дней назад я купил аквариум на 19 или 20 литров, короче. Примерно такой объем. Я не брал вообще нихуя никакого сетапа, типа фильтров, света. У меня сейчас, блядь, стоит настольная лампа. Я пока вот, пока все это сделаю. Сегодня уже вода полностью стала прозрачная. Вот единственная только бактериальная пленка, это на корягах. Воду я подменивать эти сидигрунт буду чуть позже. То есть пускай все это стабилизируется там внутри. Вот, чтобы можно было лезть, спокойно подменивать воду. Короче, три неончика. Один вон там вот вдали где-то плавает. Вот, вот он в углу. Бля, какая цаца. Вот, кстати, неонов вот, две самочки, один самец и две тернеции glowfish. Я вообще этих рыбок люблю вот, за их окраску. Они разных цветов бывают. Она вот плывет, просто она будто светится, я сейчас вижу. Очень, бля, фокусируйся ты, блядь. Очень нарядная рыбка. То есть, amazing. Хочу корягу какую-нибудь большую найти. Пару хороших камней, растений, само собой, закуплю, найду что-то. Вот так. Впал в детство. Я с детства аквариумистикой занимался, с 12 лет примерно. У меня было дохуя аквариумов, дохуя разной рыбы. Я в этом шарю, поэтому можете даже задавать свои вопросы в комментусы. Я могу нам очень много по пресноводным аквариумам ответить. Уже зеваю, блядь, на улице 11 часов вечера. Вот такие вот дела, короче. Видики скоро буду делать. У меня там немножко планов по поводу просто реакции на комментарии, даже не на само видео. Потом поговорим с вами немножко о психиатрии. Снимать нас особо нечего, на самом деле, блядь. У меня нет идей просто. Поэтому вот так пока. Вот так. Вот такие вот у меня рыбёхи. Вот эти вот две тернеции, они вообще такие деловые. Блин, я им корм рассыпал, хлопья. Кормил их недавно, он не тонет сразу. Сейчас они... Вот эти растения, кстати, это они выловлены буквально вот в соседней реке, продезинфицированы, само собой. Потому что я пока ни хрена... У нас в городе очень тяжело купить какой-то яванский мох, допустим, альтернантеру какую-нибудь, что-нибудь такое вот хорошее реально, поэтому приходится пока юзать местное. Ну и грунт я хочу, вот грунт поменять, потому что я хочу черного цвета. На его фоне рыбы смотрятся контрастнее как-то. Заметьте, в зоомагазинах, если в аквариуме есть грунт, то он темной окраски. Это для того, чтобы рыбки смотрелись ярче перед покупателем. Вот. Растение это называется вроде бы звещатник. Оно как бы сухопутное, но может расти и в воде. Вот. Такими желтенькими звездообразными цветочками цветет ползучая такая травка. Достаточно хорошо, благополучно она выносит проживание в аквариуме, в водоемах естественных. Вот тут еще какая-то шняга сверху плавает. Я ее не сажал, не закреплял никак. На самом деле не ебу, как это шлюха называется. Короче, он тупо плавает. И все. Наверное, выкину скоро, короче. Вот. Ну, какие мои рыбулечки, мои вы хорошие. Привет. Они уже повыклись немножко. Вода вообще, когда я его только заправил, она такая желтая была, в воде много железа. Вода из-под крана, я ее не отстоял, просто как бы создал нужную температуру еще. А это хароциновые рыбки, семейство хароциновидное. Им желательно все-таки вода мягкая, не водопроводная какая-то. Им желательно отстаивать воду или вообще использовать талую воду. Главное, чтобы талая вода, это чтобы это был не желтый, блядь, снег, чтобы вы там под каким-нибудь аккумуляторным заводом не собирали снег и не плавили его для аквариумных рыб. Вот так. Блядь, у меня нос как у суки заложен. Пиздец. И горло еще. Поэтому буду снимать что-то. По аквариумам, если вам интересно будет... Может, потом, спустя пару месяцев, когда тут что-то отрастет хорошее, когда я найду, в Минске побываю,
найду какие-то растения хорошие, срок куплю, что-то посажу. Там яванский мох, допустим, какую-нибудь противопокровку интересную. Может, спустя 2-3 месяца я сниму еще один такой вот коротенький видеофрагмент. Не могу назвать это полноценным видео. Просто хочу вам передать, так сказать, привет, потому что мы с вами не виделись с прошлого года. Выгляжу максимально всратым. Да, я по жизни почти 28 лет, мне я выгляжу по жизни так всрато. 28 лет мне в феврале вот уже скоро исполнится. И этот аквариум, кстати, это подарок на день рождения. Обошелся не максимально дешево, просто за какие-то копейки. Вот, то есть все, вот, что в нем есть, это рыба, грунт мне пришлось покупать и сам аквариум. То есть тут обычно клеенный, как вы видите, аквариум, без ни хрена, без каких-то крышек, без какого-то сетапа. Интересно мне было его, конечно, вести в автобусе, в обнимку я с этой банкой ехал. На меня все так заинтересованно смотрели, вопросы даже задавали, мол, рыбки, я, да, рыбки. Вот, ну, я с вами поболтал, вот такой вот монолог у нас вышел, поэтому подписывайтесь, ждите каких-нибудь таких уже более оформленных видосов с каким-то монтажом. А это я выложу так, как оно есть. Всем доброго времени суток и до скорого.